Что самое главное в 3D-графике? Самое главное – это качество и скорость работы. Обучение по книгам занимает очень много времени, дает огромное количество совершенно ненужной вам информации. Вы получаете теоретические знания, которые зачастую не имеют к практике никакого отношения. И главное – это скучно. Обучаясь по книгам, вы не достигнете ни качества, ни скорости работы. Есть вообще множество способов обучения. Можно пройти дорогостоящие курсы, можно устроиться подмастерьем и работать практически бесплатно за опыт. Можно искать уроки в интернете, но качество получаемой информации, конечно, можно оценить, только потратив на это уже много времени. В свою очередь, я предлагаю вам начать обучение по видеоурокам. Здравствуйте, меня зовут Алекс Кидель, я профессионально занимаюсь 3D-графикой более 10 лет. Я заявляю вам, что после моих видеоуроков вы научитесь основам моделирования и визуализации, вы начнете получать быстрые результаты сразу. Скорость вашей работы значительно увеличится. У вас появятся все необходимые знания для этого. Чтобы перейти на страницу с первыми видеоуроками, введите свое имя и email в форму и нажмите на кнопку «Получить». Через минуту на указанный mail придет специальная ссылка подтверждения, после которой вы сразу же попадаете на страницу с материалами. Это полный курс, который смело можно было бы продавать за несколько тысяч рублей. Вы можете получить его абсолютно полностью бесплатно. Однако материал будет раздаваться ограниченное количество времени. Поэтому не откладывая, введите свое имя и email-адрес в форму и нажмите на кнопку «Получить». До встречи на страницах видеокурса.